108-й автобус с 7 утра довозит пассажиров до Черницкого кладбища бесплатно. Отъезжает по наполняемости. Водители говорят, что к середине дня воспользоваться бесплатным транспортом успели сотни барнаульцев. На самом кладбище сегодня многолюдно. Перед тем, как пройти к могилам, приезжающие покупают цветы. Их выбор огромен, хотя чаще берут те, что подешевле. Тюльпаны сейчас очень хорошо берут, крокусы, вот такие пионы. Родительский день считают радостным событием. И все же без ложки дегтя сегодня не обошлось. На въезде образовалась пробка. Территория не смогла вместить большое количество машин. Почти каждый водитель буксовал в грязи. Все искренне удивлялись, почему нельзя было отсыпать дороги, чтобы пройти могли хотя бы пешеходы. Зато к организации торговых точек здесь подошли организационно. Насколько это место продавать шашлыки на кладбище? Ну, для меня тоже. Как будто какой-то Первомай. Поминают вообще всегда хлебом. Помолиться за ушедших в часовне Иоанна Крестителя и убрать старые цветы с могилы. Поток людей не прекращался до самого закрытия кладбища. А где-то привести в порядок могилы просто не получится. Шокированные родственники приезжают на кладбище и видят, что к оградкам нельзя подойти. Из-за талых вод их очень сильно подмыло. В воде стоят и памятники, и венки. Если вы знаете, что там низина, там нельзя это делать, иди к кладбищу. А там все, это кошмар какой-то. Еще осенью, когда это место дали, я сказала, что утонут все. Утонули. На плохое состояние городского кладбища жаловались сегодня и рубцовчане. Правда, там другая проблема. Посетители сами засоряют территорию старыми цветами и остатками поминальных обедов. В итоге радостный для православных день и свидание с умершими превратился для многих жителей края в преодоление проблем, с которыми ежедневно приходится сталкиваться при жизни. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.